За последние сутки в Иваново произошло два серьезных пожара. Во вторник вечером загорелся нежилой дом на улице 10 августа, рядом с бульваром Кокуй. На момент прибытия первых пожарных подразделений здание уже полыхало. В результате пожара дом поврежден практически на всей площади. Причина возгорания устанавливается. Утром в среду около 6 часов по линии 01 поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемое здание на территории фабрики «Новая Ивановская мануфактура». На момент прибытия происходило открытое горение кровли на площади приблизительно 300 квадратных метров. Было сильное задымление. Огонь удалось локализовать. Обошлось также без пострадавших.